Жуткое ДТП на Люздорской дороге. 13 апреля около 23 часов легковой Ford Kuga влетел в дерево во дворе многоквартирного дома. Автомобиль несколько раз перевернулся и фактически превратился в груду металлолома. В салоне находились 5 человек. Благодаря оперативной помощи свидетелей аварии их удалось вытащить из машины до того, как автомобиль вспыхнул. Когда мы вытащили с заднего сиденья, люди полезли вперед. Там было очень много бензина и начинало она гореть. И, ну, благо, были огнетушители под руками. Ребята с Акара прибегали полицейские с огнетушителем с магазина и успели потушить, чтобы повытаскивать остальные тела. Водитель погиб на месте ДТП. Еще один мужчина скончался в карете скорой, которая прибыла на вызов за несколько минут. Троих выживших пассажиров доставили в 11-ю городскую клиническую больницу. Пострадавший 73-го года рождения госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом перелом таза и перелом правой плечевой кости. Двое из которых остались другие пострадавшие, были осмотрены врачами нашей больницы, произведены им обследование, КТ с диагнозом ушибленной раны головы и множественные ссадины, было рекомендовано им амбулаторное лечение. Позже выяснилось, что все пострадавшие граждане Грузии. Свидетели говорят, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, спасенные вели себя не совсем адекватно. Два парня вообще не понимали, что происходит, где они находятся, что вообще машина, авария. Клеветать на кого-то не хочу. Но сам факт, что, мое мнение, были нетрезвы все. Был запах алкоголя, да? Там не алкоголь. Там не алкоголь. Посерьезнее? Да. Алкоголя не было, запаха. Медики пока не говорят, обнаружены ли у них в крови запрещенные вещества.